До соприкосновения с кинематографом каждый из нас имел определенный опыт в живописи, фотографии, других в поэзии и прозе. Социальные ли предпосылки, либо какая-то общность мировоззрения объединили работу молодых людей в столь особой и непривычной для массового зрителя манере киностилистики, истоки которой восходят традициям авангарда 20-х годов. Чем же характеризуется эстетика нашего направления? Прежде всего, отсутствием сюжета, интриги, развязки, вообще традиционного построения художественного произведения как единого замкнутого целого. Фильм лишил локальной исторической конкретности. Невозможно определить, где и когда происходят события. Разрушена временная последовательность. Однако этот мир не полностью вымышлен. В каждом кадре он натуралистически копирует действительность. Кадры же объединяются по методу свободных ассоциаций. Зрителю передаются лишь субъективные ощущения, личные настроения, не рассказываются какие-либо истории. Наш кинематограф более близким к поэзии, чем к прозе, а по структуре к музыке, чем к театру. Рассчитано на чувственное, а не на сознательное восприятие, не подлежащим какому-либо психологическому или культурному анализу. Только великолепные живописцы. Они, кроме того, замечательные экспериментаторы в области мультипликации. Ровно 2 часа дня. Олег Котельников, Андрей Медведев, Иван Сотников, Георгий Малышев и новые композиторы вышли в открытый космос в подводной лодке. Now why?
Ах, вы, наверное, думаете, что наша история подошла к концу. Нет, 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 она только начинается.